мы поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Можно меня не трогать? Можно идти как-то аккуратно, а? Ничего не ломай на самом деле. Проводятся творческие конкурсы как и в городском округе Мытищи, как в Московской области.
Беларуси, а возможно и в России. Поэтому в первую очередь я, наверное, обращаюсь к нашим номинантам, что хочется вам пожелать еще раз, чтобы вы были такие же активные, чтобы у вас была такая же активная жизненная позиция, не только в конкурсах, а вообще в жизни, чтобы вы хорошо учились, хорошо занимались кто-то спортом, кто-то творчеством. И огромная вам благодарность, что вы приняли участие в этом конкурсе, наш участковый. Также хотелось бы, наверное, обратиться к родителям не только детей, которые здесь присутствуют в качестве награждаемых, но ко всем родителям, которые также и помогали при проведении этого конкурса, помогали детям участвовать в этом конкурсе. Огромная вам благодарность за то, что вы в духе патриотизма воспитываете своих детей, что в наше время очень нужно и для страны, и для всех нас здесь присутствующих. Хочется поблагодарить также, огромную благодарность выразить преподавателям наших общеобразовательных школ, художественных школ, кружков, кто смог организовать среди своих учащихся детей проведение этого конкурса, кто помогал детям участвовать. Тоже огромная им благодарность. Вот приятно видеть в этом зале, наверное, уже представители династии. Вот здесь у нас присутствуют ветераны нашего МВД. Да, четверо детей. Да, трое участвовали в этом конкурсе. Вот, дочка стала номинантом этого конкурса. Я думаю, не только дети, наверное, сотрудников полиции здесь участвовали. Вот. Кроме этого, хочется сказать, этот конкурс, он проводится у нас уже 4 года в городском округе. И огромное количество детей в нем участвуют. В этом году, несмотря на то, что был небольшой такой промежуток времени, когда мы рассматривали итоги этого конкурса, и тем не менее более 120 работ было представлено на этот конкурс. То есть в сжатые сроки наши дети смогли все-таки успеть сделать свои работы, выставить их на всеобщее обозрение. Я могу сказать, что как член жюри, эти работы были выставлены в здании администрации, и не было равнодушных людей, кто бы проходил мимо и не обратил внимания на эти прекрасные работы. Кроме этого, разгорелась жаркая дискуссия, когда определяли победителей. То есть можно сравнить даже, наверное, с конкурсом «Голос». Было действительно так. Было очень много и работников образования, и творческих работников. И было очень сложно выявить победителя. Кто-то из детей передал настроение, кто-то был узнаваемым даже действующим полицейским. Где-то наши уголки мутищ-то узнавались. Поэтому действительно долго мы спорили и вот все-таки пришли к общему мнению. И хотелось бы, наверное, уже пора, наверное, перейти к награждению. Еще раз поздравляю всех здесь присутствующих. Помогать нам будет вручать дипломы и подарки начальник всей участковой службы Данилов Сергей. Итак, для вручения дипломов и подарков в возрастной группе до 8 лет включительно приглашаются. Занявший первое место Эйхлер Антон, ученик гимназии номер 1. Так как мальчик не смог присутствовать на этом мероприятии, папа Андрей Валерьевич получит за него данный подарок. Спасибо за участие. Вам большое спасибо. И удачи в вашей реакции. Второе место в данной номинации. Нижурского Валентина из за студии мастерская «Колорит». Больше участвовать в всех наших конкурсах и ждем, когда всегда будет. Спасибо тебе большое. Приглашается Горбунова Олеся, ученица школы номер 28, третье место.
громче всех слышно. Спасибо тебе, Леша Масса. Переходим к следующей номинации. Возрастная группа 10-12 лет включительно. Первое место. Сорокова Екатерина, детская художественная школа имени Кольченко. К сожалению, не смогла у нас Екатерина присутствовать. Подарок получит педагог данной школы Девкина Юлия Анатольевна. Спасибо большое. Выпускаем нашу молодежь. Успехов вам и всем. Спасибо. Второе место. Также детская художественная школа имени Кольченко представлена. Приглашается Газизова Виктория. Принял участие.
мужем России. Второе место заняла работа, выполненная учениками первого класса школы номер 31. Приглашаются эти ученики. Здорово, Цефалет! Спасибо.
воспитанница Мытищинского центра преображения. Так как девочка не присутствует, за нее получает награду социальный педагог преображения Постоялкина Наталья Анатольевна. Дети, пожалуйста, пойдите.
чуть-чуть отойти, чтобы не сомневаться. Можете чуть-чуть раскрутиться? Пожалуйста. Можно вас еще попросить? Так, еще. Отлично. На центр смотрите, пожалуйста. А мы светлая рать, под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать, под нами матушка земля, над нами благодать. Над нами благодать, над нами благодать.